Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции, в студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем о важных событиях из жизни предприятия за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Это, конечно, великий день для всех людей. И для всех, которые люди, что и дети родятся, должен быть великим днем и памятью. Атомщики присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк». Ежегодно для того, чтобы в окружающих пробудить память о том, что было 73 года назад. Концерн «Росэнергоатом» организовал велопробег, посвященный Дню Победы. Смоленские атомщики заняли призовые места на чемпионате Москвы. На плановом совещании с руководителями подразделений, исполняющий обязанности директора Смоленской АЭС, сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка составляет 73 миллиарда 381,5 миллиона киловатт-часов. Это больше плана ФАС на 1 миллиард 149 миллионов. Мощности, находящиеся в работе на данный момент, значит, 21 840 мегаватт. Смоленская АЭС в работе второй и третий энергоблоки, нагрузка 2074 мегаватта. Первый блок выполняется график пуска. В целом работы идут в графике ремонта. Выработка электроэнергии за 14 дней мая составила более 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано 7,6 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 211 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Девятого мая тысячи десногорцев праздничным парадом прошли по улицам города. Возглавлял колонну «Бессмертный полк». Люди с гордостью несли портреты своих героев, воевавших за родину. На поле памяти у мемориального комплекса «Курган славы» состоялся торжественный митинг. Наследников победы встречали особые почетные гости – ветераны-фронтовики. Словами глубокой благодарности в их адрес были пронизаны в этот день все выступления. Наша святая обязанность – чтить память тех, кто дал возможность нам жить под мирным небом и праздновать этот великий праздник. Да, ровно 73 года назад нам подарили праздник, праздник Великой Победы. И я поздравляю вас всех с этим праздником. Желаю нашим ветеранам здоровья, а нам радости жизни. И чтоб в мирном небе над головой гремел гром только во время грозы и дождя. С праздником вас! День Победы! Это праздник всех поколений, каждой семьи, каждого человека. В этот священный день все поколения России объединяют память о героизме нашего народа в ожесточенной борьбе, победившего фашизм. Мы преклоняемся перед величием подвига и силой духа ветеранов. Мужество и патриотизм, самопожертвование и безграничная любовь к родине – это те правильные ориентиры, на которые должны равняться дети, внуки и правнуки победителя. 6 мая два наших отряда «За Родину» и «Высота» вернулись с 12-дневной вахты. Найдены останки 119 солдат и командиров Красной Армии. В поле прямо прочитаны 5 медальонов, то есть 5 семей встретят своих дедов с войны. К мемориалу «Курган славы», где захоронены более 1000 солдат, офицеров и партизан Красной Армии, десногорцы возложили цветы, почтили минутой молчания светлую память тех, кто героически защищал нашу Родину. Это, конечно, великий день. Для всех людей. И для всех, которые люди, что и дети родятся, должен быть великим днем и памятью на всю оставшуюся жизнь.
Свои спортивные победы памяти героев-освободителей посвятили легкоатлеты и велосипедисты, приурочив ко Дню Победы традиционные акции – легкоатлетический забег и веломарафон. Празднование Дня Победы развернулось на разных площадках города атомщиков. Благодаря поддержке концерна «Росэнергоатом» за курганом Славы развернулась историко-краеведческая тематическая площадка, на которой все желающие смогли прикоснуться к военной истории России разных эпох, в которых прослеживалась связь поколений с древних времен до сегодняшнего дня. На мастер-классах от Брянского военно-исторического клуба «Кветунь» можно было попробовать себя в роли лучников, солдат гвардии времен войны 1812 года, пострелять из винтовки Мосина, автомата ППШ. Мы представляем из себя объединение клубов. У нас «Кветунь» занимается исторической реконструкцией среднего подземелья. Вот недавно стали заниматься реконструкцией Великой Отечественной войны, то есть от Средневековья к современности. Вот, находимся при Брянском государственном техническом университете. Это здорово, студенты восстанавливают историю буквально своими руками. Мы привезли и ремесленников, которые могут показать, как делались доспехи, как изготавливается, собственно, проволока для кольчуг, то есть самое интересное – кольчужные доспехи. Привезли мастер-класс по стрельбе из лука. Стрельба из настоящих образцов оружия Победы, Мосинка, ППШ. Все это можно попробовать, то есть вживую почувствовать, как наши деды, прадеды воевали, насколько это было тяжело и опасно. Искрометными номерами всех порадовали гости из столицы барабанное шоу «Drum 71», отмеченные государственными наградами за гастроли в Сирии и на Северном Кавказе. Мы сегодня к Дню Победы привезли барабанное шоу, специально поставленное под марш «Славянки» и народные композиции. Это «Комаринская» и «Казаки». Этот проект существует 4 года. Он был создан на базе эстрадного балета «Ремикс», достаточно известного балету 30 лет. Барабанное шоу – это достаточно новый проект. И если вы могли наблюдать, девочки и бьют, и танцуют. Активисты военно-патриотического движения Десногорска провели показательные выступления, демонстрирующие бой с террористической группировкой и освобождение заложников. Грандиозное впечатление, на самом деле давно такого не было. Да вообще, можно сказать, такого вот именно празднества не было, что все разнообразно, очень много есть что посмотреть, тем более для подрастающего поколения, что это вообще наша история, то есть увидеть, как это что было, как что... как происходило, увидеть оружие, увидеть форму, одеяние и так далее. То есть очень-очень интересно. На площади реабилитационно-досугового центра «Смоленская АЭС» зрители смогли погрузиться в атмосферу победного мая 1945 года. Благодаря трогательным выступлениям творческих коллективов профсоюза «Смоленская АЭС» на концерте «Перрон Победы». Я обожаю праздник 9 мая. Это всегда теплый, трогательный день. Сегодня прекрасная погода. Очень много народу собралось, жителей города, что очень приятно. И такой прекрасный концерт создается каждый год, что спасибо большое организаторам. Всем здоровья и удачи. Здесь же проводились организованные поисковым отрядом «Обелиск», молодыми атомщиками САЭС, юнармией, разнообразные конкурсы. Игра «Зорница», выездная экспозиция Музея поискового движения, акция «Судьба солдата». Работали фотозона и полевая кухня. На площади городской эстрады выступили творческие коллективы Центра молодежной политики и гости из других городов, ансамбли «Витязь» и «Зеленая лампа». Завершилась праздничная программа салютом в честь Дня Победы. В велопробеге, организованном концерном «Росэнергоатом», приняли участие более 20 велосипедистов со Смоленской, Ленинградской, Балаковской атомных электростанций, Центрального аппарата «Росэнергоатома», Общества с ограниченной ответственностью «Смоленская АЭС-сервис», Смоленского филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт», Закрытого акционерного общества «Консис ОС Смоленский». Финишировали спортсмены 9 мая на поле памяти у мемориала «Курган Славы» в Десногорске. Я являюсь организатором велопробега работников электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом», который стартовал 4 мая из города Обнинск и пролегал по городам Малоярославец, Юхнов, Медынь, Киров, Бетлица. В каждом городе к нам присоединялись участники. Мы возлагали венки, раздавали георгиевские ленточки, участвовали в зажжении вечного огня. Все мы делаем вот такую акцию, да, можно сказать, ежегодную, для того, чтобы в окружающих пробудить
память о том, что было 73 года назад, что наши деды и прадеды сражались на этой земле ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Среди участников мероприятия были как опытные велосипедисты, так и те, кто впервые преодолевал такой маршрут. Впервые принимаем участие в данном мероприятии. Очень все понравилось. Почаще бы таких мероприятий, чтобы молодое поколение не забывало тот подвиг, который совершили наши деды, прадеды. Очень полезное мероприятие. Мы это сделали! Команда Смоленской атомной электростанции «Атом» на чемпионате Москвы по гребле на лодках «Дракон» 13 мая заняла 3 призовых места. Бронзу на 500-метровой дистанции среди мужских команд смешанным составом «Атом-ЭЦМ» – мужчины и женщины – стали лидерами на дистанции 200 метров. На 500-метровке пришли к финишу третьими. Хорошие результаты показала команда профсоюзного комитета «Смоленская АЭС», многие участники которой впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня. Им пришлось бороться наравне с сильнейшими спортсменами из Москвы и Московской области, Твери и Вышнего Волочка, победителями и призерами чемпионатов Европы и мира. Женская команда «ЭЦМ» в упорной борьбе завоевала третье место на дистанции 200 метров. Мая в Нейтрино состоится бал выпускников творческих коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. Начало в 18:00. Вход свободный. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской атомной электростанции с важными событиями из жизни. Предприятие вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской атомной электростанции в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До свидания.